В мире бушуют ураганы, не обошли стороной они и Россию. Сегодня устраняют последствия тайфуна Талин на Сахалине и урагана в Калининграде. В это время в Доминикане борются со страшной стихией. На это небольшое государство, расположенное на одноименном острове в Карибском море, обрушился ураган Мария. Его скорость ветра достигает 260 км в час. Это тайфуны, это тропические циклоны, их вид, они возникают уже в Китайском море и так далее, и наносят ущерб в основном странам такого Дальнего Востока. А нам немножко достается. Почему? Потому что они теряют силу, проходят через Японию, подходят к нашему Сахалину, Камчатку, Камчатке. Это уже высокие широты. Могут ли центральные районы России в ближайшее время пострадать от ураганов, подобных тому, который обрушился 29 мая 2017 года на Москву и Московскую область? Вероятность нулевая. Почему? Потому что вот давайте посмотрим на вот этот вид. Это как раз сокрушительный ураган Мария, скорость которого достигает 240 км в час. Аурелия Сташкова, Владислав Михневский, Универньюз.